И всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами как всегда я Типузик, и сегодня мы продолжаем играть в Assassin's Creed 1. Это у нас 8-я часть по счету. Отправляемся в Вакру, чтобы убить очередную цель, которая что-то там про нас говорила. Если да, вас ладно, обнаружили, на самом путь деле к это не побегу так. можно расчистить. Мы убиваем плохие цели, которые наживаются на людях, убивают людей просто так, хотим мира. Ну, на самом деле, я знаю сюжет Assassin's Creed 1, на самом деле, это все не так, конечно же. Оказывается, что наш Аль-Муалим тоже тамплиер, но это не суть-то и важно. Вот, друзья. Ладно, давайте продолжать. В прошлой серии мы вот достигли вот такой синхронизации, как вы видите у меня слева вверху. И также... мне выдали вот такую вот саблю огромную, просто охеренную. Давайте. Приветствую, Альтаир. Что нового? Аль-Муалим назвал следующего. Зовет себя Сибранд. Знакомое имя. Новый лидер тевтонских рыцарей. Он живет в Венецианском квартале и управляет портом Акры. Я принимаюсь за работу. Вот где ты можешь сосредоточить свои поиски. В порту к востоку отсюда, среди кораблей и их команд... У церкви на северо-востоке, рядом с крестом, выходящим на порт. На севере, напротив ворот святого Иоанна. Мне это пригодится. Спасибо за информацию. Хорошо. Альтаир? Да, Рафик. Я должен извиниться. За что? За сомнение в твоей преданности делу. Нет, это я сошел с пути. Я мнил себя выше Креда. Ты ничего мне не должен. Как пожелаешь, друг мой. Ну окей. Ступай с миром. Пойдем. Так. Так, друзьяшки мои. Сохранение. Блин, у меня выросло имя, почти вообще ничего не открыто, к сожалению. Так, порт у нас где находится? Я вот не помню. По-моему, где-то вот тут, да? Давайте вот эту откроем точку обзора. Если там ничего не будет, опять же, поставлю на паузу, как сделал это в предыдущей серии. И найду сам. Блин, ребят, как же приятно играть на ПК, в отличие от телефона. Вот я это подмечаю уже, ну, не первый раз. Но ведь это так реально. Блин. Не смог подцепиться. Не шагу дальше. А, это тамплиеры? Нифига себе. Может, я их убью? А у меня на 4 это оружие получается. А сколько тут тамплиеров? Это просто жесть. Тамплиеры уже сюда пробрались. Ужас. Так. Поднимаемся. Главное не облажаться сейчас. Оп, отлично. Так. Ну и все, друзья, поднимаемся аккуратненько. Потихонечку. Они меня уже не видят. Бам. Вот и все. Твой жизненный путь окончен. Капец, их там сколько. Посмотри, сколько охраняют. Давайте я лучше отсюда, блин. Тут сейчас спалят, не дай бог. Ну мы вроде возле порта, я не знаю, друзья, точно. Да, 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 отлично. Я не знаю, информатор это или кто. Чье это за задание, но... О. Неплохо. Флаг тевтонцев. Тевтонцев флаг. А, серьезно, чел? То есть, мне нельзя по крышам, но какому-нибудь обычному тебе христианину. Сюда а. Уходи. Сейчас ты умрешь. Сука. Думаешь, сможешь убежать? Язычник, ты заплатишь за все. Думаешь, я так легко сдамся? Ну да. Вот он! Остановите его! Вернись сюда!
Блин, тамплиеры вообще херень. Или это не тамплиеры, я не знаю. Сука, еще один. Не, походу это не тамплиеры, или... Или они действительно такие легкие, или я не знаю, что... Блять, гений. Он сам себя убил. Хорошо, это мне на руку. Их тупизм мне на руку. Да, это информатор, друзья. Ты хотел знать о Сибранди. Угу. У Карама есть кое-что интересное. Тебе стоит разыскать его, да не мешкать. Ок. Сколько метров? Так меня ж еще и ищут. Добавок. Капец. О, очень странный тип. Ага. В некоторых моментах лучше не привлекать внимания. Поднимайся, чувак. Надо успеть. Блять, зачем я это сделал? Бежим, 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 бежим. Ребята, блин. 40 секунд. Я думаю, я успею, надеюсь. Что его так напугало? Что плохого я тебе сделала? Интересно, куда это он? Он должен прекратить. Очень это, странный тип. Он должен прекратить это, ребят. Так. Все, нашел. Мир и покой тебе, брат. Я искал тебя повсюду. Это письмо я украл сегодня утром. О. Прочти его, вдруг оно окажется полезным. Письмо — это хорошо, друзья. Так. Письмо, в котором говорит, что Сибранд собирается подняться на борт своего корабля. А, Сибранд — это тот псих, друзья, который... Все, я вспомнил. Так. Ну, давай сейчас, когда буду искать, я все-таки поставлю на паузу, потому что это будет очень долго и затянуто, если я так буду искать. Так что, ребята, для вас один клик, а для меня много времени. Ребят, можно было и не ставить на паузу, просто... Я в шоке. Первая же вышка, я уже нашел две цели. Так. В принципе, обе близкие. Давайте на допрос сначала пойдем. Сначала пойдем по сложному, друзья, а потом уже на кражу. Хотя что для меня сложнее, я даже не знаю. По приказу Сибранда все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Угу. И все? Все пришвартованные суда немедленно разгрузить и покинуть. Капитанам подойти к представителю ордена для передачи корабля. Любая попытка сохранить за собой судно будет сурово караться. Короче, корабли, он говорит, передавайте мне, точнее, Сибранда. Будем воевать или что они там собираются? Так, блин, кажется, все хорошо. Но ничего хорошего, потому что я не смогу за ним нормально идти, потому что меня все разыскивают. Ну, в принципе, он тоже достаточно медленно идет. По-русски, пожалуйста. О, нет! Вот только ко мне не докапывайся, умоляю. А, ну почему ты к другим не подбегаешь именно ко мне? А, вторая. Отойдите! Твари. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Да как же мне посрать? Так. Куда он идет? Где его скрытное место? Мне даже интересно, потому что в прошлый раз допрос я делал посреди улицы, блин. Да, надеюсь, тут так не придется делать, потому что тут еще и охраны куча. Точнее, стражников. И в этом городе я почти людей не спасал, поэтому... За меня хер кто вступится. Может, тебе стоит развернуться и уйти? Давай, чувачок.
Блин, миссия со слежкой самая худшая в играх, я считаю. Внимайте мне, граждане! Если вы устали. Я такой особенный, друзья. Никто же так не считает, правда? Так, ладно. А, фух, они пошли назад. Кто? Куда он идет? Бля, ребята, не понимаю, в чем прикол. Оставь меня в покое, Христан. Так, вот эти пускай пройдут мимо. А куда это дел? А, туда идет. Он просто по кругу ходит. Пощади меня! На помощь! Он сошел с ума! Он хочет меня убить! Да ты серьезно? Да блядь! Короче, ребят, пауза. Когда его допрошу, уже включу. Продолжаем. Я не виноват. Я лишь исполняю. Со второго раза. Хочешь вернуть корабль? Обращайся в суд. Мне нужно не это. Тогда что? Сибранд забрал около сотни кораблей. Для чего? Блокада. Они выйдут в открытое море и встанут периметром. Зачем? Салах ад-Дин собирается атаковать с моря? Нет, он тут ни при чем. Все это, чтобы помешать Ричарду привести подкрепление. Зачем человеку Ричарда действовать против своего короля? Не знаю. Спроси Сибранда. Это его приказ. Я лишь оглашаю его. Теперь, пожалуйста, отпусти меня. Я сказал все, что знаю. Ну, конечно, тебя отпущу. Извини. Да, да. Не хочу, чтобы ты проболтался. Так. Все, теперь надо к информатору. Нет, умоляю, не уходи и подайте пару монет. Так. 2 из 6, но это был пиздеж, потому что прошлый раз я завершил 3 расследования и уже шел в бюро ассасинов, ребят, поэтому да. Так, идем дальше. К информатору, значит. Оп. Ой, тихо. А где этот информатор? Если он покалечится, не стану помогать. Где-то тут. Нет? Серьезно, чел, ты просто на земле? Нас ассасинов ищет, а ты просто тут стоишь. Хорошо. Они впустили тебя в город или пришлось сражаться? Ой, прости мои манеры. Мне необходима твоя помощь. В чем? Флажки собирать? Я вчера крепко напился в портовом борделе и оскорбил жену тевтонского рыцаря. Ну, по крайней мере, так говорят. И теперь рыцари меня ищут. И чё? Ты поможешь? Если ты успеешь вернуться до того, как я уйду из города, обещаю поделиться с тобой своей мудростью. Блять, ладно. Надо их скрытно убивать, чи нет? Он точно разобьется. Чертов болван совсем выжил. Я вовсе не ему помогать. Нельзя ли поосторожно? Что случилось с этим делом? Это недобрый знак. Нихера себе я крутой. Кто это сделал? У него действительно есть повод так себя вести. Но нет. Сука, псих, пьяница. Так, сейчас последнего убиваем. Первых двух я убил очень быстро. Бля, вот эти помешают мне. Сейчас. Они развернутся, я надеюсь. Мне же надо действовать скрытно, поэтому...
Бля, там ходят эти психи. Да иди нахер, я тебе сейчас пырну. Серьезно? Куда он пошел? Подайте хоть чуть-чуть. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная. Сейчас тебе в ротик дам, блин. Сука. Эй, сделайте же что-нибудь. Кто убил этого человека? Неважно. Пожалуйста, отпусти. Elender Dieb, du wirst sterben. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Что это с ним приключилось? Все, побежали. Что его так беспокоит? Вот так вот, ребят, запас еще минуту. Он точно разобьется. Да ебаный. Так, извини за мат. Ты везучий человек. Остался не везучий, живым, а опытный. Я все еще в Акке. Вот что я тебе скажу. Опаснее пьяного матроса только разозленный пьяный матрос. Конечно, это немного, но я знаю, что ты мудр, и это тебе поможет. Давай, говори. Что? Что он сказал? Что? Пьяный матрос, что ты мне сказал, а? Тупой. Ладно, ладно, пойдем в бюро. Наконец-то у меня задание открылось, друзья. Почему он так спешит? Да, вот достаточно половину выполнить, и можно, в принципе, идти. Я так понимаю, тут эти задания, типа, вот ты открываешь вышку, да? И они тебе даются рандомно. То есть я имею в виду то, что не рандомно, а какая вот тебе на карте выпадет, тут и выполняешь. Я так, ну, вот как-то так понимаю это. Ну, может быть, это не так работает. Нельзя. Чего это он так торопится? Тороплюсь убивать этого черта, блин. Тамплиерчика. Давай, прыгай. Да ты тупой. Ой. Приветствую, брат. Как Привет. Идут твои поиски? Я узнал о своей цели все, что нужно. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Говорят, Сибранд поглощен страхом. Сошел с ума, зная, что его смерть близка. Он закрыл портовый район и прячется там, ожидая прибытия своего корабля. Это осложнит нашу задачу. Угу. Интересно, как он узнал о твоем задании? Люди, которых я убил, замешаны в одном деле. Аль-Муалим предупредил, что им все известно о моих делах. Будь осторожен, Альтаир. Давай уже. Ну? А, так. Конечно, Рафик. Че, передохнем? Все это будет мне на руку. Страх сделает его слабее. Давай, передыхай уже. Перемотка на более поздний участок памяти. Кайф. Так. Хоп. Эй, сделайте же что-нибудь. Побежали, ребят, убивать этого черта. Что я сделала? Так необычно. Да прыгай. Прыгни. Алло. Так, ребят, отлично, побежали. Может, за ним гонится кто-нибудь? Так, туда просто так не пробраться, я так понял. Вы не понимаете, я нищенка, господин... Да мне похер! Только что врезался в того человека. Уйди от меня. Да бля... Что плохого я тебе сделала, скажи на милость? Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Первый. Банди, j'aurai ta peau. Voleur. Так, а как туда пройти-то? А, тут открыто. Это больно. Перестань. Банди, j'aurai ta peau. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость.
Да иди нахер. Неужели никто мне не поможет? Да как задолбали, а? Неужели зачем он это делает? Случайно сделал, чувак. Вот он, этот черт. Вы ошиблись, господин. Да-да, вот я про него говорил. Я никогда никому не желал зла. И тем более вам. Говори, что ты так, но никто не может за тебя поручиться. Как это понимать? Я живу простой жизнью. Человека в рясе, господин. Мы не привлекаем к себе внимания. Возможно. А возможно, тебя никто не знает, потому что ты не слуга Божий, а ассасин! Нет. У тебя такое же одеяние. Они носят ту же одежду, только чтобы вызвать неразбериху и страх. Не поддавайтесь. Хочешь сказать, что я трус? Подорвать мой авторитет? А может, обратить моих рыцарей против меня? Нет, нет. Господи, Шизик. Почему вы так говорите? Бедный дед. Я не сделал ничего плохого. Я не припоминаю, что в чем-то тебя обвинял. Так почему ты оправдываешься? Чувство вины вынуждает признаться. Я ни в чем не признаюсь. А, не покорен до самого конца. Что вы имеете в виду? Вильям и Гарнье были слишком самоуверены и заплатили за это жизнью. Я не допущу этой ошибки. Если ты слуга Бога, он за тебя заступится. Пусть Творец остановит мою руку! Вы сошли с ума? Вот конченая. Неужели никто из вас не остановит это? Он обезумел от собственного страха. Видит врагов там, где их нет. Я не могу его остановить. Похоже, люди разделяют мое мнение. Я делаю это ради Акры! Черт. Дед. Бля. Люди, будьте бдительны! Сообщайте обо всем подозрительном страже! Я сомневаюсь, что этот был последним! Упрямые ублюдки! А теперь за работу! Угу. Хорошо. Деда жалко. По стелсу? Отойди, чел, иди нахер. Он тупой! Что он сделал? Ой, господи, какой же конченый, блядь. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать. Какой же ебантяй. Так, ладно. Попытка вторая. Там, он там же остался. Prévenez-moi, si vous l'apercevez. Давайте, давайте, уходите, парни. Prévenez-moi, si vous l'apercevez. Да что ты делаешь? Пиздец. Ой, друзья, не хотел материться сегодня, но... Резко поворачивайте. Как тут без матов, скажите мне, пожалуйста. А может с боем пройти? Давайте. Давайте с боем. Так будет легче для нас всех. Легче, блядь! Сука. Ладно, ребят, аккуратнее. Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро.
Инфот! А, нихера. Их теперь туда хера. Стража, скорей сюда. Ma colère sera terrible. Je vais te triper. Давайте. Я должен испугать тебя. Ой-ой-ой, у меня такая анимация впервые. А, алло! Сука. Ну, гандоны. Один упал. Да нет, ну ты достал! Подготов. Так, друзья, это пока самая лучшая попытка. Тех я обошел, одних убил, короче. Других обошел. В общем, пока кайф. Так, псих, сдохни, пожалуйста. Жалко, что тут сохранения нет на воде, блин. Альдейр-то плавать не умеет, а вот Эцио, по-моему, умеет. Если никто из вас не поднимет меч в защиту своего господина, я сам займусь этим негодяем! Серьезно? Вообще изич. Пожалуйста, не делай этого. Тебе страшно? Конечно, мне страшно. Но ты будешь в безопасности. Вообще изич. Мои братья ничему тебя не научили? Я знаю, что ждет и меня, и всех нас. Если не твой бог, то что же? Пустота. Только пустота. Ее я и боюсь. Ты неверующий. Конечно, нет. С тем, что я знаю, что я видел. Сокровище было доказательством. Да, и чего же? Что жизнь — это все, что у нас есть. Тогда поживи немного и расскажи, какую роль во всем этом играл ты. Морская блокада. Чтобы глупые короли и королевы не прислали подкрепление, когда мы... Захватите Святую Землю? Освободим ее, глупец. От тирании веры. Свобода? Вы хотели свергнуть власть, контролировать умы людей. Убивали всех, кто не повиновался. Я выполнял приказы и верил в свое дело, как и ты. Да. Бля, чувака немножко жалко стало, но потом я... А, так можно? Вообще изич. И просто сейчас ухожу. Меня даже не видит никто. Блять, ёбаный, ну... Как? Просто как? Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте... У тебя чё, лодыжка, блять, точнее, этот, нога подвернулась, что с тобой? Сейчас зацепился, молодец. Блин, на самом деле достаточно далеко мне бежать. Не, вообще, тактика моя гениальна. И проста. Просто так по краю идем. Ага, идем, блядь. Идем. Так.
что тебе нужно. Подходите, смотрите товар, вы останетесь довольны. Ну конечно, блядь. Какой же ты конченый, Альтаир. Не хотел материться, но, бля... Какой же он тупой. Как они меня заметили? Мать твоя убийца, блядь. Твоего отца. Убийца! Не дайте ему уйти! Нет! Нахуй шел. Не получилось обмануть. Убийца! Смерть ему! Смерть неверному! Оп! Бомжи, бля! Ну, люди, я же вам помогал. Помогите и мне. О! Отлично. И как раз таки... Пошли, крыса сбежала. Ну что ж, это не наша вина. Сейчас они разойдутся, и как раз таки я возле этого. Капец, их тут просто. Это ужас. Просто ужас. А как я выйду, бля? Ну сука, ну конченая анимация, но я ненавижу. Кто меня увидел? Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Да иди нахер, дед, блядь, не то помощь. Ты стоишь у меня на дороге. Гандонище. Так. Я хочу обмануть как-нибудь. Да блин, не получается их наебать. Он убийца, мама. Давай, ну что ты как тормоз? Что? Игра года, друзья. Номинирую. Все, ушли. Это хорошо. Все, они разошлись. У него действительно есть повод. Да иди нахер! Так. Сука, да дайте мне дойти до логова ассасинов. Блюдки. Лаш. Вот просто уйдите. Неужели вы это сделали? Бля, да что ты творишь? Ну, господи, ну не позорься. Сын фермера, блядь. Оп, наконец-то. Слава богу. Так. Вот и все. Альтаир, ну и шо мы-то наделали? Я выполнил задание. Сибранд мертв. О да, о да. Поезжай в Масиаф, расскажи Альму Алиму о своем успехе. Да, я должен вернуться и поговорить с ним. Об этом и еще кое-что. Должен. Все в порядке, друг мой? Ты выглядишь задумчиво. Все хорошо. Просто занят мыслями. Расскажи мне. Я могу помочь. Сначала я должен все обдумать сам. Но все равно спасибо. Думаешь о тех, кого убиваешь?
Ты им сочувствуешь? Как ты... Ах, друг мой, нельзя наслаждаться жестокостью. Сожаление, неуверенность, сострадание — это нормально. Согласен. Я не должен бояться этих чувств. Ты должен совладать с ними. Из-за них ты остаешься человеком. А если я ошибаюсь? Если эти люди не должны умирать? Если они желают добра? Пошли не той дорогой, но у них чистые мотивы. Альтаир, такие вопросы вне моей компетенции. Возможно, Аль-Муалим ответит тебе. Да, может быть. Спасибо, Рафик. Было честью служить с таким человеком. Хорошо. Давай поспим. Ау. А. Перемотка на более поздний участок памяти. Хорошо, еще одна цель ликвидирована. Да. Сейчас, ребята, пройдет спасибо сохранение, ученые, я буду помогут незаметно попасть. Кончать. Добро пожаловать, дитя. Есть новости? Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус? Да. У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Угу. Мы уже близко. Между нами и головой будешь ты, Аль-Муалим. Стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что Кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры и враги? Понял. Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя тебе за это говорить. Сокровище. Поэтому я держу десятый его под замком. Десятый тамплиер, блин. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Хорошо. Я сделаю это. Мира и покоя тебе, Альтаир. Да, друзья... Это что? ДНК-синхронизация увеличена. Почти половина второго. Так, ладно. Ну, вот и все, друзья. Сегодня мы убили очередную цель в Акре. Остается одна цель. И уже мы будем добираться до главного врага. Что ж. Что ж, друзья. На этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте колокольчики. Всем удачи и всем пока-пока.